Глава Ингушетии провел первое в этом году заседание регионального правительства, обсудили приоритетные задачи на 2022 год. Калиматов отметил, правительство ориентировано на решение наиболее приоритетных задач, важнейшая из которых – качественное повышение уровня жизни наших жителей. Мы должны добиться значительных успехов в самых разных сферах, но самое важное остается создание новой и укрепление уже существующей социальной инфраструктуры. Нацпроекты являются реальной возможностью для достижения данной цели. По итогам совещания были даны соответствующие поручения.